Папа Джангус. Моя банда, прибанда. Я вас всех приветствую. Вот, хотел сказать такую маленькую вещь. Дело в том, что вот этот Google Plus, который, да, там какие-то происходят новые навороты, перевороты, и непонятно вообще, что там творится. Вот. Такая ситуация, что когда я хочу вам, моим подписчикам, моей банде, отвечать на комментарии ваши, почему-то у меня не получается это делать. Точнее, получается, но не совсем, не у всех, не везде. Допустим, кому-то я отвечаю, комментарий проходит, а кому-то отвечаю, комментарий не проходит. Написано, сейчас не помню, что там было написано, одним словом, не проходит комментарий. То есть ответ не проходит, точнее. Поэтому вот такие вот дела. И вчера ночью или сегодня утром Сан Саныч мне написал вот такое письмо. Говорит, я не могу... Нет, не так, как же там было. Чтобы проходили друг другу комментарии, надо добавить друг друга в этот... то ли в друзья, то ли как это называется. В общем, в круги добавить, да, вот в Google Plus то, что. Вот, и я сейчас был у меня интернет, когда сколько я мог человек, все, которые там у меня были, я всех добавил. Поэтому я сейчас не знаю, будут они или не проходить, или не будут проходить. На всякий случай, кто в теме вообще, как эта система обстоит, в комментариях напишите, возможно, чтобы более разобраться, потому что этот Google каждый день что-то там мудрит, перемудривает, и непонятно, как с ним... как с ним жить дальше. Ну, он-то развивается, естественно, но чтобы мы тоже вместе с ним как-то успевали развиваться и как-то более общаться, нормально, в общем, общаться, а не так, как сейчас получается. Вот такие дела, друзья. В принципе, такой маленький ролик, но единственное, что скажу, что сейчас еду я в одно место, которое называется... даже я не вспомню, Аурзекнес, что-то такое, Айрзекнес, что-то такое. В общем, я сейчас неправильно говорю, не помню это место, но это около примерно полтора часа от Риги, от города Риги, то есть я сейчас с города Риги выехал. Вот, и скоро вам, даст Бог, покажу такие интересные репортажики, спортивные репортажики. Со мной связался человек, Юрий, сейчас я вас с ним тоже познакомлю. Он раньше жил в Риге, сейчас живет в этом городе, и он тренер, то есть спортивный тренер. Поэтому спорт, как вы сами понимаете, дело такое хорошее, нужное. И вот будем проводить спортивные мероприятия, буду вам показывать, что к чему. Чемпионов разных покажу, кстати, чемпионов мира даже, чемпионов Европы. Вот, так что ждите новых репортажиков. Сейчас же покажу вам наш такой вот автобус. И цена билета на такой автобус примерно около 3 евро получается. Вот, места, в принципе, свободные, но это цена билета до того места, куда я еду. А так, как вы понимаете, чем дальше едешь, тем дороже. Но вообще, чтобы вы понимали такие примерные цены, да, допустим, вот отсюда с Риги, там сейчас был автобус, который идет до Берлина. И до Берлина можно добраться за 40 евро. Представляете, за 40 евро. Я у него спросил, сколько будет до Рима добраться. Я сейчас почему-то не знаю, у меня так что-то, знаете, такое желание появилось в Рим попасть. Вот просто раз и попасть в Рим. Ну, такая мелюзговая мечта, скажем так, да? Вот, я спросил, сколько будет до Рима. В принципе, можно, без проблем. До Рима можно доехать, но стоит 140 евро. И ехать 36 часов, кажется, ехать. То есть такая ситуация. Посмотрим. Может быть, даже за рулю я в Рим дальше. Тут такая маленькая ситуация. Я написал письмо в Сканию. Если мне эта Скания нормально ответит, они уже там что-то ответили. Ну, то есть письма не я разбираю. Как вы понимаете, мой консильери. Вот. В общем, они там что-то ответили. Но когда будет нормальный ответ, конкретный, то есть будет встреча или не будет, от этого... такие размышления происходят. То есть, если встреча будет, я вам покажу, что творится,
Скане. Если встречи не будет, то, скорее всего, даст Бог, то, может быть, я вам даже покажу, как живут современные римляне. Вот такие дела. Что, ладно, пока выключаюсь, я буду экономить батарею, потому что еще на месте у нас будут интересные движухи происходить, которые вам тоже хочу показать. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, берегите себя, будьте свободными.